День рождения церкви. Именно так называют Пятидесятницу, праздник Святой Троицы, который в этом году пришелся на 27 мая. Храмы утопают в зелени берез, нежная листва, цветы. Все это придает торжественность и служит напоминанием о событии, произошедшем под Маврикийским дубом, где Авраам встречался с тремя ангелами, явившимися образом триединого Бога. В этом году божественную литургию в праздник Святой Троицы в Георгиевском соборе города Одинцова совершает епископ Серпуховской Роман. Сослужение благочинного Одинцовского церковного округа, священника Игоря Нагайцева и духовенства. Православное учение гласит, на 50-й день после Пасхи на апостолов, находящихся в Сионской горнице, произошло сошествие Святого Духа. Символ обновления и животворящей силы Духа Святого – зеленые одежды священнослужителей. Литургия на Троицу особая, она дополняется коленопреклонением, когда читаются 7 молитв о церкви, о спасении всех молящих и упокоении душ усопших. Уже стало доброй традицией в Георгиевском соборе на Троицу проводить народные гуляния, а также благотворительную ярмарку. Ребята, которым предстояло сдавать единый государственный экзамен, посетили молебен, а юные прихожане попробовали свои силы в играх и мастер-классах. Традиция танцевать и водить хороводы на Троицу не потеряла своей актуальности и по сей день. День рождения церкви – это праздник, время расцвета природы и человеческой души, украшенной плодами добродетелей. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».